Они минуты миг, и жизнь переделали, и нет предела. Нам с тобой секунды, минуты, и снова я далеко. Зачем-то, не знаю, но это нелегко. Но скажи мне только то, что ты был счастлив со мной. И отпусти меня, отпусти меня. Ты запиши мой каждый вздох на память. Я рядом, я с тобой. Нам кажется, уляжется все, и сердце успокоится, но как будто разрывается оно ночами, отчаянно качает нас волнами, качает нас волнами. Я в отражении вижу свет твой, я чувствую, что рядом ты со мной. И мне не надо проверять сообщения от тебя. Я знаю, сколько мне прошло времени, никто не сможет отобрать нежности у нас с тобой. У нас с тобой. Добрый вечер, дорогие мои друзья, хочу я вам сказать, потому что все, кто сегодня пришел, все друзья, все, кто здесь, практически родные, хочу вам представить Денис Швытов, саксофон, Михаил Санок, гитара, Михаил Киселев, электробаян, клавишный, бэк-вокал. Наш дорогой, сладкий, чудесный именинник. Сегодня день рождения Аверсарама, перкуссия. Ну и, конечно, наш бог, потому что после концерта 18 числа в Крокусе Алексея Чумакова, теперь он бог, он так себя просит называть, либо Ростислав Вячеславович.
Ростислав Чудотворцев Молдавский, барабаны. Ну а мы безумно рады, что вы сегодня с нами. Я особенно рада. Не знаю, как вот эти люди. Я вообще в восторге. Спасибо вам большое, что вы здесь, что вы пришли. Очень хочется вас любовью зарядить, добром, позитивом. И снег сейчас весь прям раз растает вокруг Олимпийского. Что? Давайте весеннюю песню сыграем. Денис согласен. Хорошо. Тогда поем все вместе. Припев очень простой. Правильно, хлопайте. Это очень хорошо. Ладоши разминают. Это прям кровоток. Здесь очень много точек. Болеть не будете? Ну что? Сердцебиение, потеряешь контроль над собою, и забудешь ты имя свое. Ты захочешь сказать комплименты, не люблю я такие моменты. Будешь правильным, добрым и милым. Знаю, знаю, было-было. Знаю, знаю, было-было. И вокруг все остановилось. Я забыла все за и все против. Я влюбилась, я влюбилась. Но продолжаю играть мне до дрогу. И схожу я с ума по ногу. Но подойди, прошепчи мне хоть слово. И забуду я имя свое. Стой, стой, просыпай, будь самим собой.
саксофон Денис Швыда. О! Что, подубавилось либидо у тебя? Нет, да? Ну, крокус, крокус. Мы все понимаем, но мы тебя любим, конечно. Сказал мне Руслан. Ну что, как ваше настроение? Мне кажется, весна сейчас прям порхнула в ваши души, в ваши сердца. Да? А сейчас будет жаркое лето. Песня не для детей. Сейчас, Надя, заткни уши. Thank you.
с тобой, мне с тобой, мне с тобой круто, мне с тобой, мне с тобой, мне с тобой круто, круто. Из моей головы вышли. Еще я и ем. Замечательно звучит. Это, да. Вот, а следующая песня, она навеяна Монмартром, Парижем. Да. Опять хочется в Париж. Вы что там? Нет, я уже хочу, да. Вот. Песня называется «Забери меня». Наверное, на Монмартр, ну, предполагается. Хотя бы на Елисейские поля. Ну, давайте же создадим Париж, друзья. Давайте сейчас весну в Париже сделаем красиво. Забери меня отсюда, забери, и не слушай, что я буду говорить. Забери меня отсюда, забери, солнечный лес, где тишина на край земли. Там не будет ни друзей, и ни врагов, только небо, только воздух и любовь. Там не будет ни предательства, ни слез, только твоя рука в моей руке, твоя рука в моей руке, твоя рука в моей руке. Thank you.
что я буду говорить. Забери меня отсюда, забери меня в солнечный лес, где тишина, где я и ты. Солнечный лес, где тишина, где я и ты. Солнечный лес, где тишина, где я и ты. Да? Ну, давайте немножко повеселимся чуть-чуть. Сейчас они договорятся между собой. Никто же ничего не помнит, много что сказать. Сейчас они ноты вспомнят. Руслан, ты тональность помнишь, какая у тебя на барабан? Ж-мазоль. Отлично. Я могу быть спокойной сейчас. Ну что же. Песня про любовь. Thank you.
Спасибо. Если вам нестерпимо хочется танцевать или просто хотя бы притоптывать, пожалуйста. Мы очень будем рады. Дикция. Сейчас будет хорошая песня. Давайте. Ну, до этого так, но сейчас будет хорошая. Как называется, не важно. Просто хорошая. Ты вообще молчи. Ты у Чумакова играл. Ты враг мне. Ты сегодня за еду, понял? Настоящий музыкант. Паспорт твой у меня, ты помнишь, да? Цыганский. Российский ты у тебя. Сейчас мы окажемся в полюшке русском. Чистом полюшке. Есть любовь, да нет свободы. Есть свобода, нет любви. Отчего тогда мне гоже жить спокойно на земле, но без тебя, но без тебя мне пеня и я, без меня, без меня мне тебя и я. Ни к чему да мне бояться, плакать тоже ни к чему. Я пойду по полю, пойду.
Ужасно медленный темп был сейчас. У нас больше Ангелина. Нет, не спорьте со мной. Я главная здесь. Все, тихо. Все, поехали домой. Пусть поют одна, да, поехали домой. Это вообще даже вот их не беспокоит. Да. Они зажиточные. Потому что ты кто? Супергерой. Поезда, самолеты, вечная работа. Ну кто ты, кто ты, кто ты? Город без тебя, город пьет тебя. И друзья, не друзья, и время не река. Утекает вместе с тобой. Ну кто ты, кто ты, кто ты? Давайте вместе, ты же супер. Oh,
после этой песни хочется сказать: давайте не будем супергероями, давайте друг другу держаться и любить. Вот. Одиночество, конечно, прекрасно, но лучше все-таки, когда много рядом кого. Да, Миш? А сейчас так скакал. Все, силы все потерял. Сейчас вам песню спою, которую написала в феврале вот 2016 года. Мне кажется, она напоминает мне какое-то заклинание, даже немножко страшно. Но невозможно было уснуть, и поэтому вот пришлось все излить. А тебе Ой.
заколдовала. Спасибо. Но это волшебство доброе, я вам обещаю. Потому что мы все здесь хорошие, да? Ну, кроме Руслана, он как бы цыган, с ним вообще не связался. А что мы сейчас играем? А мы сейчас играем веселую песню. Про то, как девушки ждут своих принцев и верят в любовь. Да. Я верю, я жду. Сейчас сказала, как на плите, знаете. Помню, скажу. Я верю, я жду. Да. На самом деле, ребят, если кому-то хочется... Сейчас показалось, что смурку начали играть. Я прям... Я аж обрадовалась. Сейчас люди попоют с нами, потанцуют. А то они авторские песни, слов не знаю, музыку не знаю. Что она поет? Давай, Геля, пой свое. Конечно, только свое сегодня. Только если за начнет это, деньги приходить, может, что-нибудь споем такое, типа Сюзанна, Сюзанна, Монаму. Ну, первый лот 100 рублей, да? Кто больше? Все, ладно, хватит болтать. Улетай, мечтай, что я прилечу за тобой. И тебе не... Улетай, мечтай, небо забери с собой. Улетай, мечтай, что я...
будет вечно. Улетай, ты за край, небо забери с собой. Только свои песни, только хардкор. Спасибо. Нам так с вами нравится. А мы группа «Коктейль Проджект». Меня зовут Ангелина Сергеева. Денис Швытов. Я считаю, он гениален. Михаил Санок. Тоже не менее гениален. А прыгает как, а? Видели? Я сама не ожидала первый раз сегодня. Михаил Киселев. Опора наша, опора. Тюмень. Русланчик. Красавец, да? Сколько харизмы, а? Овер Серано. Самый сладкий просто на свете. Хочется его обнимать вечно. Добро и любовь. И такой голос оттуда. И даже знает, чей он. Наши воспоминания греют мне душу. Знаешь, никто на свете мне больше не нужен. Вытру глаза, ничего не жаль, может останавливаться. Утро мое смоет всю печаль. Сердце свое ты откроешь, но...
Концерт ведь подходит к концу, а вы еще не танцевали. Но я, конечно, вас за это не виню. Все-таки авторский концерт, все серьезно пришли послушать с цветами. Очень приятно. На самом деле, я смеюсь, конечно, но я серьезно. Для меня это очень важно, потому что самое страшное — это петь свои песни, потому что... Это же душа, я же перед вами сейчас голая. Почти. Кто свистел? В общем, спасибо большое, что вы сегодня со мной. Я очень надеюсь, что вам хорошо здесь и комфортно. Просто я надеюсь, что вы кайфуете. Вы вообще пьете там, нет? У вас что-то налито? Нет, не трезвенники? Да вы чё? Надо сейчас пить, чтобы... А я знаю, вон тот столик точно пьет. Да, Вася? Сегодня, кстати, здесь чудесный человек, внук самого Василия Соловьева-Седова. Василий Соловьев-Седов тоже это. Вася, я тебя очень люблю, и твою семью очень люблю, но я вас вообще не вижу. Но я знаю, что вы там сидите. В общем, надеюсь, что твой дедушка... перевернулся нигде. Сейчас, когда я пила. Ты сам-то как там? Хорошо все? Пила, хорошо? Тихо-тихо. Ну, в общем, мы сейчас сыграем еще веселую песню. Поэтому давайте все вместе что-ли споем. Thank you.
вам ко всем придет. Ваше счастье, мое счастье, наше счастье, общее, общее счастье. Москва слезам не верит, поэтому мы не будем верить. Все будет хорошо. А трудности не закаляют. Спасибо вам огромное, что вы сегодня были с нами, пришли сегодня для вас в этом концерте, принимали участие. Денис Шрекер, саксофон. Аплодисменты ему. Михаил Санок. Михаил Киселев. Олег Сарана. Руслан Чудотворцев Молдавский. Это должно быть громче, понимаете, чем Олег Сарана. Ангелина Сергеева. Но раз вы так хлопаете, сейчас будет еще одна песня из новых. Да. Из новых, но о старом. Понимаете, вот здесь очень важно для меня. Денис, ты нравишься? Тебе нравится эта песня, да? Очень. Денис, любимая песня сейчас. Для тебя сейчас спою. Ну, конечно, для всех вас. Крутого, что ты так ржешь, что сидишь? Да ты моя хорошая. Придумали мы настоящее. Ты в роли героя, а я сбоку смотрящая. Ты позволял, и я подстроилась. Но небо все в тучах, и я успокоилась. Каждый день капелька нежности, каждую ночь неизбежности. Мы ждали друг друга, теряли. Нет, не закрывай глаза, послушай тишину, послушай, что она споет, луна. Ты не бойся, я с тобой держу в своих руках. Я то, что называется любовь. Дым сигарет. Прости, я не спасу тебя от твоих. Прекрасных глаз, они со мной сейчас.
молчим вот так, так громко, что сердце мое разрывается, и хочется просто обнять тебя. Но ты же герой, и тебя не касается, что хочется капельку нежности, что в грани моей неизбежности разбиты, а сердце твое молчаливое сердце дым сигарет. Прости, я не спасу тебя опять твоим. И уходя, оставь мне только свет своих прекрасных глаз. Они со мной сейчас. Козлова сыграли концерт группы «Коктейль Проджект». Ангелина Сергеева. Я очень верю, надеюсь, в то, что... О, спасибо большое. Новые лица. С цветами. Спасибо. Еще мужчина. Это вообще тройник. Надюха, спасибо. Дай целовать. Спасибо. Спасибо большое. Я вас люблю. Деньги, кричит тюменский наглый парень. Мы потом спросим. Ему сейчас надо, понимаешь? По 120. Ну, заказы давайте, мы ждем. Пожалуйста. Ты знаешь только одну песню? Мои и две какие-то там, которые ты еще в группах играешь, в 10 кавер-группах, да? Одна, наверное, дай угадаю, Come Together, а вторая Get Lucky, да. Слушай, мы... Скоро давай. Не знаю, они что-то начинают, я не знаю, что. Нет, пожалуйста, только не эту. Почему? Вы хотите...
Нет, ну пожалуйста. Давай что-нибудь повеселее. Люди... Танцевать! Понимаешь? Какой рабочий день. Люди пришли, отдыхают, чай пьют. Давай. Все, все, сейчас будет отличная песня. Нет. Вот против нее я была сейчас. Потому что это уже невозможно. Мать меня не простит. Она уже вот здесь эта песня. Правда, мама же на каждый концерт ходит, а вы же не на каждый. Но все же мы споем не эту песню. Сейчас люди не понимают, о чем я говорю. Песня не про мать. Господи. Песня не про мать, да. Для матери, скорее. В общем, давайте уже вставайте. Те, кто руками размахивал. Вот. Шемякинский, да? Вы теперь мои тоже, да? Скажите, меня любите? Я вас люблю. Ой, я вас тоже люблю. Вы такие классные. Вот так размахивали. Только нам с тобой небо синего, моя бренного тела бренного, чашу полную жизнь отмерена. Выбирай, выбирай у реки два берега. Встаем, встаем. У реки два берега. У реки два берега. У реки два берега. Встаем танцевать. Я не шучу. Давай. Thank you.
Группа «Коктейль Проджект» Версерано. Хороший, да? Я думаю, на Кубу все-таки, наверное, я уеду. Чуртям. Чего? Они говорят, ничего не знаем, мы сейчас начнем. Что начнем? Концерт окончен. Концерт окончен. Для нас все только начинается. Гаснет свет. Ладно. Михея вспомнил. Мама, прости. Покажет тебе Бог.
Любовь, любовь, любовь. На радугу как сон. Чумакова, половина мой. Ну что, все, поклон говорит. Старший говорит, все, поклон. Пойдемте, ребят, поклонимся. Пойдемте. Будь человеком, положи баян. Перед сегодняшним концертом шутка, значит, Руслан говорит, знаешь, Миша, знаешь, Миша, чем интеллигентный человек отличается от неинтеллигентного? Миша такой, чем? Алексей, который сегодня рулит звук. Спасибо. И он сказал, Миша говорит вот это. Знаешь, чем отличается интеллигентный человек от неинтеллигентного? Интеллигентные люди на баянах не играют. Коктейль Проджект. Клонимся. Ну что же вы? Играете не вместе, клоняйтесь не вместе. А это их стиль. Спасибо вам огромное. Приходите, пожалуйста, к нам почаще. И побольше на концерты. Нам понравилось. Надеюсь, что вам тоже.